Вот, только заходим в лес, а здесь под елкой, глянь. Вот так бы грибов, блин, было бы. Сколько улиток, глянь какой. Да. Здорово. Улитка. Ну, здорово, и не боится. Пап. Ага, только как проходит дождь, сразу вылезают вот такие вот огромные улитки. Вот они. Класс вообще. Их здесь валом. Почему? Пойдем еще покажу. Смотри, где ходит. Сейчас, смотри, спрячется. Не надо. Оба. Ну, сейчас она дальше. Они здесь практически не боятся людей. Оно все здесь, лес рядом. Их никто не трогает. Вот еще маленькая. А рядом дед, наверное. Вот такой, гля, как смотрит на нас. Ага, вот она еще одна. Давай погладим ее. Она сильно, видишь, не боится так погладить. Да? Здесь вот такие вот горные речушечки. Маленькие ручейки горные текут возле домов. С гор. Да, так, вот только вышли, да, из леса. Вон целая семья. То, наверное, мама с ребенком, а это папа. Сыт, наверное. Гля, во. Что воздух пускает? А, блин. Муравьи на него нападают, глянь. Муравьи? Ага. Давай спасем. Так, вот она еще одна там в траве спряталась. Это в траве? Да. Целая аллея, короче. Что люди здесь прогуливаются, что? Улиток здесь целая тьма, да? Да. Вон она еще одна. А где-то по дороге. А, вот еще одна. А что она? О, это как хищница на ветке прям сидит. Смотри, какого цвета. Сейчас это тоже прям так. Это как рай для грибника, так же рай для улиток. Где? Сейчас покажу. Так, это первая. Вот она такая. А там еще две. Вот они прям находятся сразу. Смотри. Тихо, стоп, не пугай. Вот она одна. Вот еще одна. Так, это вообще пытается в лес пробраться уже, блин, наверное, часа 4, блин, ползет. Ой, какая. Ну, давай поможем ей. Иди сюда. Давай вот сюда вот так вот, раз. Все, к ручейку поближе, да? Да. Вот еще, глянь, как красиво сидит. Ля, у нее 4 рога, не 2, а 4 уса. Или 2 рога и 2 уса, короче. Вот, да. А пока все это дело снимаешь, воздухом свежим дышишь. Здесь люди живут до 100 лет. Вообще, а может и больше. Прям, ну, воздух чистейший. Это просто экологически чистый район. Ну так класс, нам бы такие условия. Славянские города. И страны. Где?
там он. О, это вообще, видно, самка цветы любит. Ну ничего, догоним мы рыбалку и собирание грибов. Так что пока вот такой вот обзор на улитки в лесах Германии. Так что, народ, как всегда, смотри следующее видео и подписывайся на канал.